Второй вопрос, который для населения вопрос номер один, и для меня тоже, это цена образования. Я об этом говорил, и когда-то я вас просил держать это в поле зрения. Это выгодно и профсоюзам. Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. В ценообразовании заинтересованность человека самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам ту или иную продукцию, особенно которая производится у нас. Продукты питания, одежда и прочее. Особенно для наших ветеранов, пенсионеров. Они ведь за импортом не гоняются. А все, во что они одеваются и то, что они кушают, это производится в Беларуси. И какая будет цена этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас. Поэтому я просил проконтролировать, притом создать систему стройную, четкую и контролировать цены в Беларуси. Как здесь обстоят дела и почему люди постоянно обращают наше внимание при любых социологических опросах на эту проблему. Это проблема в ряду первых.